Зима нынче выдалась морозная. Толщина льда сейчас около 60 сантиметров. Однако у самой купели казаки планируют наморозить еще около 30 сантиметров льда для большей безопасности. Ведь количество купальщиков с каждым годом только растет. Здесь будут столбы освещения купели. Вот тут один будет на входе на эту территорию. И один будет со стороны гостей. На казачьем уряднике Евгении Пермякове лежит значительная часть подготовительной работы. Сейчас он делает разметку под ограждение, купель и фонарные столбы. Бурит лунки во льду. Надеется, что в этом году впервые сможет погрузиться в Крещенскую воду. Раньше вместе с другими казаками только следил за порядком. Вера, что говорят, что все болезни, все смывается водой. Тем более я крещеный, вот решил попробовать. Несколько лет подряд организацией купания занимался районный молодежный центр. Однако на этот раз все заботы взяли на себя казаки. Они же совместно с медиками, сотрудниками полиции и МЧС будут следить за безопасностью. Будем организовывать купание. Помощь нам дают молодежный центр, добровольческий отряд для изготовления купели. Ну вот будем как-то организовывать праздник, банька, горячий чай. Купание – традиция исключительно народная. К церковным канонам и таинствам оно отношения не имеет. Однако духовенство этот обычай поддерживает и одобряет, в том числе и собственным примером. Так священники и прихожане повторяют деяния Христа, который принял крещение от Иоанна в реке Иордан. В этом году войти в ледяную воду будет непросто. По прогнозам синоптиков, в ночь на 19 января ожидается до минус 33 градусов мороза. Артем Охальников, Станислав Беркий. Новости.